Баня как тема для обсуждения. Вопрос о том, есть ли сауна в доме правительства и какая она, не исходит с интернет-страниц. Чтобы удовлетворить нездоровое любопытство, в оздоровительный комплекс организовали экскурсию для журналистов. Итак, наша съемочная группа побывала в самой знаменитой сауне Чувашии. Вело и кардио-тренажеры, беговые дорожки и настольный теннис. Пока это все, чем могут похвастаться местные чиновники. Отделка при ближайшем рассмотрении тоже не поражает воображение. Все прекрасно видят, что это достаточно скромное заведение по современным меркам. Все предназначено для того, чтобы люди занимались спортом, укрепляли свое здоровье. Сауна пока еще не работает. Но будем надеяться, что скоро заработает. И все, кто любит баню, все, кто укрепляет свое здоровье с помощью сауны, они смогут здесь это сделать. В ближайшем будущем планируется достроить сауну и мини-бассейн. Михаил Вансяцкий подчеркнул, что создание спортивного комплекса было предусмотрено проектом строительства здания Дома правительства задолго до его введения в эксплуатацию. Посещение зала уже расписано. Служащих в 15-этажном здании достаточно много. Так что работать сауна и тренажерный зал будут с полной загрузкой. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.